Всем привет. Здравствуйте. Да, у нас четвертый. У нас четвертый выпуск нашей легендарной сложности. На этот раз веду его я. Все боялись, что я закажу что-то хардкорное. Как вы считаете, Аркадий, я действительно заказал что-то хардкорное? Лучше бы ты обоссал меня, как Денниса в первом выпуске, потому что это было бы лучше, чем то, во что мы сегодня играем. Вика, как тебе мой выбор? Миш, ты же знаешь, в принципе, каждое утро просыпаюсь только с мыслями о тебе. И, ну, надежда в мой лучший день — это то, что я смогу тебя увидеть. И каждая твоя идея для меня прекрасна, кроме этой. И, конечно же, у нас будет сегодня фасмофобия, и мы будем определять, мы будем искать призраков, друзья мои. И это будет соло-прохождение. Каждый из наших участников будет искать призраков соло. Это хоррор. Это страшно. Тем более, когда вы без компании друзей. И это еще не все. У каждого из участников будет настроен интерактив на канале, и вы будете мешать. Я неспроста сказал, что... Вот Денис уже вроде как случайно это сделал, надо было выключить. Денис, ну да ладно. У каждого из участников будут активированы специальные воздействия, которые вы сможете сами прожать за баллы канала. Вы будете мешать нашим участникам определять призраков, а я, в свою очередь, им буду помогать. Мы немножечко поменяемся местами. Вы вроде как всегда болеете за своих участников, да? А ведущий мешает. Нет, мы будем... Аркадий, с вами все хорошо? Я просто безмерно счастлив, Михаил. Каждое ваше слово радует меня все больше и больше. Продолжать. Кандидатам на победу надо будет определить, что за призрак. Призраков всего 24, поэтому просто так ткнуть не получится. Пальцем в небо, надо будет искать доказательства. Не переживайте, я провел краткий инструктаж, даже на самом деле не такой уж и краткий. Аркадий, вы посмотрели мое видео, которое я прислал? Я просто хочу уточнить для наших зрителей, которые не знают, что происходит за кадром, что Михаил не просто записал видео, он записал потом два DLC для этого видео. Вот, дополнительные два видео для этого видео, раскрывающие подробности первого видео. Подтверждаю. Да. Вот. Вчера ночью смотрел, получил огромное удовольствие. Вы как-то потерянно выглядите, у вас с вами все хорошо. Сейчас. Или ты сейчас смотришь мое видео? Да, видимо, да. У Вики такой классный свисток, что ей... Я надеюсь, Вика приготовила белый флаг. Как мы договаривались, мы его поднимем на время. Что это такое? Спасите. Спасите. Ну, Вика, видимо, не посмотрела мое видео, друзья. Но я думаю, у Вики будет интересно понаблюдать за тем, что будет происходить на экране. Итак, правила, друзья. Каждый из участников выходит на свою территорию для того, чтобы найти призрака. Если наш участник правильно подтверждает призрака, он получает 3 балла. Я за этим буду следить. Также на каждой карте есть дополнительные задания. Их всего 3. Кому-то с ними повезет, кому-то с ними не повезет. Это некий элемент... Это у Вики. Это некоторый элемент рандома. За каждое дополнительное задание, которое будет делать участник, он будет получать 1 балл. Итого, максимум на первых картах участники могут вытащить с одной карты по 6 баллов. На профессионале, когда вы перейдете в следующий пул карт, вы будете получать по 5 очков за определение призрака, но не будет увеличения за дополнительные задания. Подожди, подожди, можно вопрос? Какое у тебя будет погоняло для нас? Называйте меня базой. Там. База. Я база. Это база. База вас приняла. Да, база. База. База на связи. Нет. База на связи. Алло. База на связи. Называйте меня базой. Это база. Это база, да. Я база. Но посмотрим по ситуации. Но я скажу, я это все тестировал. Нормалы, они проходятся быстро. А вот на харде можно быстро умереть. Но и карты там большие. Ну что, чат, мы поймаем всех призраков. Вы готовы подсказывать? Мы сделаем это как команда. Заберем еще одну победу, как в прошлый раз. Не вижу никакого КД. Да! Вик. Да, мне нравится ваш настрой, отлично. У тебя точно? Погнали! Так, а как открыть? А как стартовать эмиссию? А, нет, он действительно, он не забыл главное правило, друзья. Он не понял, что на левую кнопку мыши надо нажать, чтобы открыть дверь.
рекомендую вам побольше упоминать имя призрака. Имя призрака, это поможет вам. Емеля, ее зовут Емеля. Емеля. Во все щели Емеля. Да, отличная шутка. Жесть. Я ссыкло, я ненавижу хорроры. Где-то тут... Есть. А ты дружелюбный? Ты дружелюбный? Сука, мразь, блядь, кто это сделал? Убью, блядь! Убью призрака. Имеется в виду. Дай нам знак. Да свет, блядь. Твою-то... Господи, иди в жопу. Я вырубаю нахер эти голосовухи. Чуть не обосрался. Дай твою мать знак. Скотина, дай знак! Да, позвольте спросить, что это сейчас за говно у меня в руках? Это... блядь, вы меня так пугаете? Это лазерный детектор. Лазерный детектор. Мне хотя бы за это дерьмо штаб заплатят или нет? Конечно, конечно, заплатят сполна. Блин, и что, она... Она ушла, что ли, уже? О, нет, ну не сейчас, ну какого хера? О, нет. Боже, сука! Все нормально? Нормально, все под контролем. Все под полным контролем, это я так, ради прикола. Идите сами туда, чего меня сюда вообще позвали, блин, не хочу я туда идти. Зачем мне нахрен туда идти, мне тут хорошо. Давайте поглядим, что у Аркадия, как обстоят дела. Ох, блять, да. Мужайтесь, мужайтесь, Аркадий, все будет хорошо. Хорошо, спасибо. Будьте прокляты. А как открыть блокнот? Что произошло? Что произошло с Аркадием, извините? Особенность нахуй. Он умер? Все хорошо? Это довольно тяжелый призрак. Он два призрака. Господи, понимаю. Все мы в одной лодке. Это один из близнецов. Извините, я брызнул на вас. Спасибо, штаб, конец связи. Конец связи. Что ж, паскуда. Готовлюсь ко встрече с базой. База, здравствуйте, как слышно? База на связи. Это база. Один момент, Аркадий. Здесь дача. Да, здесь дача. Капец, база охерел. Он меня выкинул из этого вонючего канала, чтобы уделить все внимание и хайп тому, которому, видите, опять повезло, и он уже все открыл. Ты не помогаешь завести герми тупыми! Заткнись нахрен! Вот он! Блять! А в смысле? Блядь! Виктория, говорит база. Виктория, мы потеряли Викторию. Пятый, блядь, переподписывается. Шестой, блядь, стикер свой давит вообще не в тему. Восьмой стикер в тему давит. И этот баллы свои тратит. Это я. А это ты, чат. Это ты. Так, все. Мы все аннулировали. Мы сейчас справимся. Мы соберем до хрена очков. Кира, максимальное количество. Мы с твоей мамкой заняты. Ты ужасен. Как и я, впрочем. Так, кто стикеры ставит на экран, всех поименно потом прибаню на неделю. Так, дверь. От себя, понятно, на себя. Так, ЕМП-2. Там определенно идет... О, господи, сука. Шо ж вы подбираете такие моменты своим, твою мать, сука! Мама, нет. Чат, какого хера, блин? Я думал, мы на одной стороне. Сука, минус сердце просто. Дай нам знак. Ничего не летает? Летает! Сфера летает! Сфера летает! Блядь, чё? Чё закрыто? Да, блядь, я ненавижу клоунов, блядь! Я в церкви ходил с детства, потому что ненавижу клоунов! Опять нет призраков. Очередной раз Аркадий вам доказал, что призраков не существует. Ой, у нас охота, ребят. Что это такое, блядь? Охота. Это бы грели. Блять. То есть, блин. Сам ты гномик, блядь. Чат, ты лучший. Все, что я говорю, остается в рамках ЛС. На личный счет не воспринимайте. Но тех, кто стикеры мне клеит на лоб.
тебя найду и уничтожу. Самый агрессивный, с которым демон стал... Да блин, как вы мне надоели. Вонючие говнюки, будьте вы прокляты нахрен. Что за... О, боже. Спасибо Джусу. Так, набрались смелости и заходим. Напиши что-нибудь! Чат, короче, сейчас будет темно, потому что я выкину этот фонарь. Кто мешок, сука, на голову надел? Козлы, блин! Это вы, что ли, из соседнего дома? Я тут вообще-то работаю. Сука. Твою мать, боже! Инспириту Санктум, пожалуйста, хватит. Ради всего святого, мне и так стрёмно. Аркадий, база на связи. Ну, это ты, блин. Это я. База, база, да. Да, здрасте, база. Что ржёшь-то? На секунду. Дай нам знак, ты здесь. Что такое? Женечка, я понимаю, тебе тоже больно. Мне тоже больно. Не плачь, пожалуйста. Это вся эта легендарная сложность нас до добра не доведет. Я просто лук чистил. Очень больно. О, блин. Моя вторая попытка. Сука, это где было-то, блядь? После этого... Блядь, что это за... Будет. Ты чё было, думаешь? Нахуй? Ты сейчас умрёшь. Я сейчас умру, блядь, после этого последний мой ЛС будет. Блядь, у кого это было, я не пойму. Чуть не обосрался, извините. Блин, я боюсь дойти там. Блядь! Блядь, это... Зёт прям сюда! Чё делать? Благовоние! Воние, благо, во благо, вонять! Что делать? Что нет? Можно, пожалуйста? С задержкой вы отвечаете, господа! Вы на Твиче, у нас есть задержка не только в развитии, блять, но и между мной и вами! Ну, в том плане, что я совсем тупой! Ну, а вы... Ну, все, погнали. Здравствуйте. Изыди, сатана. Изыди, сатана, и поплевала. Так, ребята, давайте вы мне тут свои условия ставить не будете. Кто тут база, блядь, на секундочку? Вы в зеркало посмотрите, кто тут база, я или вы? Ну скажи что-нибудь, ты здесь! А как увидеть? Я на F нажимаю? Оно ползет! Блять, оно ползет! Вы меня обманули! Благовоние не работает, блять! Ну блять, ну почему? Ну почему вы сказали нажать F? У нас что получается? Минусовой температуры не было, мы прям там тусили. О! Господи! Сука! Тем временем проходит уже практически полтора часа, друзья. Я, если честно, не рассчитывал, что они так долго будут. Чтобы вы понимали, я управился, по-моему, с тремя картами за час. За час. Третья карта... Соси, лох! Хатьфу! Да чтоб вы обосрались! Эй, ты жопшник! Писчкин, какашечкин, писи-попа! Так, ребята, сейчас мы наблюдаем следующий уровень оскорблений, неведанный еще миру. Ты призрак, у тебя микрочлен. Есть ЕМП 4. О нет. База, база, привет. Михаил, вы мою горела. Я ваша горела. Блять! Да хорош уже! Кеннет Картер. Ты вызываешь во мне чувство азарта. Вспоминаю, как сидел в школе за школьной партой. Ой-ой-ой, ребята, тут не понятно. Мать, твоя мать, мама, мама, мать, твоя мать, твоя мать. О-о-о, твоя мать. Жарь меня, отжарь меня, Кеннет, жарь меня. Сука, ну он прям тут бегает уже просто в наглую. О-о-о-о-о-о! Беги, сука, беги! Нет! Что это? Да иди нахер, прошу! Мать!
Ой, блядь! Пожалуйста, не надо! Нет, 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 пожалуйста, не надо! Что произошло? Что произошло? Иди так стрёмно, ты боже! Мне Сэнти всего лишь 75, а почему я бегаю? Почему я, сука, бегаю? Почему крест не сработал? Все, понял меня? Что ты там сказал? Что сказал? Галочку убрать? Я сказал, здесь я командую. Нахер, короче, про нормальные явления. Все, 3 балла вместо 2, хороший расклад. База, я на карте база. Я жду, жду, понимаете, задержка небольшая. База. Я жду, Аркадий, небольшая задержка. База. Да, я вас слушаю, Аркадий, меня слышите? Я на карте база. Вот, все. Вы меня слышите, Аркадий? Да-да, база, а сейчас да. Слышите? Да-да, база, да. Точно слышите? Разборчиво? Сборчиво. Сборчиво? У вас что? Да, база, раз, да, база, понял, да. Понял. Мапи, ло... Нет, не оно. Оно, оно. Мапи, лонги, камп, блядь, да, камп-сайз. Да, понял. Мапи, лонги, все, отправляюсь, куда база. Куда отправляетесь? Удачи. Там была замечена паранормальная активность. Трахните его, мать! А за это балл будет? Думаю, что нет, Аркадий. У вас и так все хорошо. Я пошел. Но я все равно трахну его, мать. Хорошо. Ну это я так установила камеру. Призрак Флекс! Так. База, нас вызывали? Да, так точно. Как меня слышно, приём. Большие помехи. Вас все. Плохо слышу. Вы настроились? Все нормально, все. Вот, все. Да, все хорошо. Есть. Стать свидетелем паранормального явления. Просто что-то увидеть, видимо. Сука! Здоровья тебе. Будешь охотиться-то или нет, а? Чё, зассал, что ли? Я, кстати, насрал тебе в толчок и даже не спустил, и не подумаю этого делать. Начнём так, с распятия. Аркадию нужна небольшая так, помощь. Так, где это было? Туалетный убийца. Что? Это база? Да, Аркадий, извиняюсь, что я все время не вовремя... Да ты пошел в жопу, ты так тайминги ловишь. Ты, блин, начал шуршать, как только появился призрак, да блин. Да я начал шуршать, знаешь, типа, чтобы тебя не напугать, типа, пш-пш. Я не знаю уже, как заходить к ним, чтобы ты не обосрался. Так ты начал пш-пш. Я такой, что происходит, тут силуэт призрака стоит нахрен передо мной. Черт бы побрал эти тайминги. Так, ой-ой, Виктория, у Виктории охота началась? Это не демон. А как мне его поймать? Дай нам... Блядь, да не пошел ты! База на связи. Внимательно слушаю вас, Виктория. Когда будете меня увольнять, хотя бы премиальные мне какие-нибудь начислите за службу. Виктория, у нас, кажется, открылась вакансия в бухгалтерии. Я слышал, у вас образование позволяет. Это, походу, моя стезя. Вот охотники, я уже завязала, понимаете, уже здоровье подводит. Понимаю, но я думаю, вам сдаваться не стоит. Вы отправляетесь на ту же карту, как... Нет, нет, уже нас еще на одну. А, вы уже 4 раза померли? Да-да. Все понимаю. Отлично. Вы идете в ногу с другими участниками. Что я могу сказать? По таймингу. Да. Я вам так скажу. Моя тактика работает. О, блин, ты... Он сказал да. Он говорит, I'll kill you. I'll fucking kill you. А куда я... Блядь! Блядь! Вообще... Твою мать. Собака, ну пошли в жопу. Ненавижу, вот кто это был? Алгаш нахрен! После стрима я в статистике использования наград увижу никнеймы всех, кто использовал скример награды за этот стрим. Справедливо. Так вот, гниды такие. Вы думаете, это вы меня заперли? Это вас со мной заперли. Так, у Дмитрия... Блин, Злата Михайловна, блядь, нормальную стиражку, что ли, найти не можешь?
Так, секунду. Это у Дениса получается... Ну, говорят, что был его силуэт, когда мы там лично ходили. У Дениса ходили. 14, правильно? У Бейла сейчас 10, у Аркадия 7. Все. Аркадий, как вы считаете, сколько будет 7 плюс 6? Я думаю, это где-то 13. Спасибо, Аркадий, что я просто... У меня отсутствует здесь калькулятор, и вы мне послужили как раз им. 13 очков вы на данный момент имеете. Это третья карта. Понял. Следующая карта будет однопопыточная. Постарайтесь максимально... Почему однопопыточная? Вы же сказали, две попытки будет. А вы меняете правила на ходу. А, не-не-не, все, да, все правильно. На, обманул, это была шутка. А, классика. Да, это была шутка. Скажи что-нибудь. Сказочный долбоёб. Сука! Зачем его только из больницы выпустили? Я думал, это призрак. Я думал, это призрак мне сказал. Так я и говорю про цифры. Господи, я ж не слышал там ни хера, цифры это... не изменились. Опа-опа, у Виктории охота началась тем временем. О, блядь! То есть, блин, извините, да. У нас family friendly контент. Вы видите вообще-то, то есть... Распятие не пропало, это неохота. Вы это видите? Вы видели ее лицо, что ей как-то... Так чё, уйди, я на распятии сидела. У нее не просто железные, у нее адамантиевые яйца, друзья. У нее адамантиевые яйца, я просто этого не понимаю, как это вот так можно-то. Дай знак. Вика... Я же на распятии сидела жопой! Так не делается с распятием. За это можно и присесть, Вика. Хорошо. Я вообще как бы и фоткала, и вот это все. То есть, ну, было как-то веселее вместе, не так страшно. Когда ты в соло... Да в смысле тебя пугать? Тебе вообще похеру, по-моему. Тебе ей похеру... Она что? Я не понимаю, где она пугается. Ей похеру. Вылетает скример, она сидит. Шорох, она сидит. Типа, вот ее лицо, понимаете, лицо Виктории Картер. Чтобы отомстить. А, блядь, ёб твою! Сука, прямо сейчас иди сюда! Тедди Гейм, хуеем, блядь, пиздец тебе! Дундук тоже так, блядь, орал, когда в Escape from Dark выиграл. Вообще нахуй послали, депортировали. Из Японии. Хочу знать все. Юперный театр, я передумал! Да пошел ты нахер. Вика решила откушать, и что же она, Анрё выбрала, так? Так, я болею за Вику, ребят, я болею за Вику, честно скажу. Да, это Мимик. Твою мать. База, я вас слушаю. Здесь Аркадий. Да. Может, как-то, я не знаю, схему вашего оповещения, что я вот иду к вам. Слушай, ой, нет, подождите. Хотя бы крест давай. Да пошли в жопу. О, черт, да пошел ты нахер. Блин, Глебасис, дайте ему бана нахрен на час. Пошел вон. Мисс сердца, блин. Я изгоняю тебя, Кора Розвелл. Мы победим тебя, Кора Розвелл. Ой, ладно, я пошутил. Я пошутил, ёперный театр. Да твою мать. Так. Ну что ж, приключение на 5 минут. Зашел-вышел. Дорогие стримы, друзья. Ой, блядь, сука! Ёб твою мать! Нельзя ж так пугать-то, ё-моё! Да, нельзя. Мама, дай мне знак. Она сказала kill? Рису я тебе сказал, сука! Прошмандовка сраная, я сейчас почитаю, как тебя зовут. А, простите, Джорджи Корриган. Я думал, вы... Женщина, но вы не женщина. Так вот. Джорджи, сука, рисуй в блокноте член хотя бы. Все что угодно. Ух, твою мать! Ёперный театр, изыди потаскуха!
Ну зашибись, блин, а как я буду наблюдать-то из засады, что там что-то в блокноте пишут, когда у меня, сука, мешок на голове? Тут есть хоть один нормальный шарящий за игру? Короче, идите в жопу, я сам, я ответственно принимаю решение. Я слышал, что это был радиоприемник, была минусовая температура, был EMP. Все, это близнецы. The fucking twins, плюс 3 очка. Либо можете засунуть этот огурец мне в очко. Так, так, хорошо. Поехали. Мы записали, мы запомнили. 5, 8. Ой-ой-ой. Пожалуйста, пожалуйста. Да я знаю, что это твинс. Никаких пожалуйста. И это... И это... Близнецы! Ничего. Итого, себе! 14 очков. Плюс 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 даже. 8, 22. И вот Денис так выходит вот на вот первую позицию. Хорошо, что на первом. Да, блядь, ты ёбаный дрот! Бань его нахер! Вообще, ему навсегда забань! Я джибал! Дай мне знак, дай мне знак, дай мне знак. Дай мне знак. Походу мне писец. Твою мать! Ты чё, дурак, что ли? Нахера ты это вкидываешь? Ты когда за мной призрак идёт на профессионале? Ты дурак или как, блин? Свои 100 000 баллов в жопу себе засунь! Козёл! Пошли вы нахер! Не хочу в этой школе нихера, блин, делать! Нахер сюда вообще приперся-то? Сколько еще можно, блин, сидеть тут? Эти скримеры странные, призраки, блин, кидалки, фигалки какие-нибудь. Лучше бы донатили, блин. Блин, вот можно было бы пользователя, знаете, забанить по IP, чтобы там и донаты сразу отлетели. И... Блядь, не об этом думаешь. Что ты... Да потом я думаю о том! Любому человеку нужно расслабиться, физически в том числе. Шел к реке, вот и иди к реке. Ну, сейчас вынесем или 3 балла, или, блин, или 8. О, попали! О, вот это Аркадий дал жару! Ребята, жаришка пошла! Я вам так скажу, жаришка, блядь! Потому что... Подождите, он вытащил, я правильно понимаю, он 8 вытащил? У него 21! Вы посмотрите на эти цифры, друзья, вы посмотрите, как ровно идут эти охотники. Дай мне знак, дай мне знак. Все ненужным стало сразу, дай мне знак. Да ладно! Да че, да вы серьезно? Да вы серьезно, что ли? Он уже нашел! Алтергейст, есть! Плюс 5 очков и плюс 2 очка. Вызывай штабного. Вот, чат, вы просто лучшие. Вот это да! Вот это да! 29 очков у Дениса Виловгеймса, ребят. 29. Он абсолютный лидер. Я не уверен, что кто-то сможет его догнать. Сука! Серьезно, именно когда вот я тыкнул этот выключатель? Еще раз, high school. Блять! Чтоб ты обосрался сегодня ночью сам. Я, походу, сам, я уже переключился, друзья, очень удачно. Вообще, отличное место, я вам скажу. Джус молодец. Закончить это приключение в психушке выглядит весьма логично. После всего, что мы пережили с вами. Дверь, где он? Это было страшно. Хорошо. Сколько времени, мониторьте, сколько времени, чтобы я успел отметить и выйти. У нас есть... У нас два задания, если мы сейчас просто наугад определяем. Бейл выполнил два задания, ребят. Он только что... Он типа гуляет там. Он постоянно только что перешел на карту, и он выполнил два задания. И он будет рисковать. Он будет рисковать, и в конце он будет отмечать какую-то цель и будет бить в небо, получается. У него есть уже 2 очка железно. Он их выполнил. Как же он... Дэйв Робертс! Если Бейл угадывает и получает 7 баллов, то он обгоняет Дэйв деда. Робертс. Если Бейл угадает, то это будет настолько на тоненького. Это просто, ребята, будет... Это будет победа века, я считаю. Если он угадает... Три минуты.
Минус вычеркни, минуса типа не было. Но было рядом с минусом. Давайте полтергейст, похер. Уже? У тебя еще есть время! У него еще было время, 3 минуты. Пофиг, пофиг. Банши, опять банши, ты серьезно, сука, банши! Плюс 2. Спасибо, чат. Я всех разбаню, кого мы сегодня забанили, не переживайте. Даже меня разбанишь? Погоди, для того, чтобы тебя разбанить, нужно сначала забанить. Так, Пома Хэрисон. Какой Райдзю? Что за Пикачу, покемоны, твою мать? Что за Райдзю? Схера ли вообще? Я знаю только Райчу, Пикачу, блин. С возвращением из ада. Вики. Я рот топтала той игры. Так, Вик 0, да, Вик? Да. Понял. Пошли они нахер. Ноль. Итак, друзья мои, итак. Как впечатление? Прикольно. Ты меня заика оставил. Можете выключить свои интеграции для того, чтобы у вас ничего не было. С приликим нахрен удовольствием выключить интеграции. Наконец-то. А я уже привык к ним в какой-то момент. Я хочу вам сказать большое спасибо за то зрелище, которое вы нам сегодня сделали, потому что эта среда была действительно незабываемой. Те вот эти вот эмоции, которые вы выдали, и те качели, которые вы бы видели, что там происходило. Как вы прыгали, как Аркаша там воевал с Бейлом, как Бейл прыгал на первое место, и как Денис Виловгеймс просто взял и прошел прошел в определенный момент просто, знаете, как ледокол. Один участник все-таки вырвался вперед, это Дмитрий Бейл. Это Дмитрий Бейл. Что? Он в конце он вырвался вперед, но, к сожалению, конечно, или к счастью для кого-то, первую строчку он не занимает, потому что сегодня мы чествуем нашего победителя и нашего фаворита. Нашего фаворита Дениса Виловгеймса. Призраки засадь! Двукратный уже призер. Спасибо. У него уже 2 первых места. У Дениса 29 баллов за это, за софасмофобию. Это он сколько собрал призраков в начале? Все по 6, что ли? У него было по 3, очень часто по 3 задания выполнено. Дмитрий Бейл получает 25 очков на тоненького в самом конце. Аркаша, к сожалению, не повезло. Не нашел он никаких дополнительных заданий. 21 очко, 3 место у Аркадия подкастера. Вики Картер. У Вики Картер честные, но 6 баллов. Возможно, сколько? Где-то потеряно что-то было. Сколько? 6. Ты же говорил 0. Нет, 0 у нее было в определенный момент. Я вам так скажу. С ней баллами, у Вики 7, говорит. Я путь не будет 7. Я могу отдать так. Я не понимаю, как я наврал. 20 плюс я наврал. Что наврал. Вообще? У Вики 7 баллов. У Вики 7. Это важно. Это важно. 7 баллов. Да, у Вики 7 баллов. Да, это я в конце сдохла, но задание выполнила. Но в определенный момент, я вам так скажу, ребята, Вика всех обогнала по прогрессу именно карт. Следующий турнир «Легендарная сложность» состоится, и он будет закрывающим по конкретному нашему кругу, потому что Виктория Картер будет последней ведущей. И то, что она там к нам подготовит, это будет особенно интересно, потому что мы... Вы думали, это вы меня заперли? Это вас со мной заперли? Я терпела все эти недели ваши отличные идеи. Блин, ну мне уже даже интересно, что же это будет. Буду ждать с нетерпением. Посмотрим. Я один день потратил полностью на изучение всего, и это же от Фомби, да, это от Фомби. Я не отсвечивал нигде, там что-то занимался своими делами, и тут Виллиандр мне пишет. Виллиандр, ну знаете, я максимально пытался скрыть игру, которая у нас на стриме. И в чате на Дискорде, бля, Виллиандр тегает меня и пишет: give us a sign, блядь. И я сижу, уже готовлю ивент и думаю: чего, где, блядь, почему? У меня сразу все из рук, блядь. Я не понимаю, где нахуй, как? А это он просто, это он написал, бля. Это он просто написал: дай нам знак, потому что он знает этот мем. И все, я думаю, что за хуйня, где? В другой момент мне написал Лысина, говорит: блядь, скрой ты свой статус в Дискорде. Я несколько минут реально держал статус в Дискорде открытый, и там было написано «Фасмофобия». И мне кажется, Гембл это заметил.
Еще Виллиандр пишет, give us a sign, типа, ну, отсветь, ну, анонса нет, ничего нет, и такие думают, что где я, куда я пропал. Сука, захожу в чат и написано, give... и я разбираю фасмофобию сам в этот момент. Ты призрак, у тебя микрочлен. Оу! Чтоб вы обосрались. Ай, сука. Хорошо, бля, хорошо. Они говорят, скримеры вырубают. Скримеры, это уже другое, да? Скримеры не надо, не надо. Да пошли вы в жопу, бля, смотрите. Смотрите, что-то происходит. Это чтобы, блядь, не только я страдал с этими скримерами, знаете? Вот один я там, Довилав Геймс иногда стримит с этими скримерами странными. Ты дружелюбный. Имеется в виду. Хороший переход. Спасибо за этот контент вам, получается, в первую очередь, ну и Михаилу Джусу, который все это дело придумал.